Власти Малайзии подтвердили, что найденные в апреле на острове Маврикий обломки принадлежат самолету Boeing 777 рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines. Согласно данным экспертизы, проведенной Управлением транспортной безопасности Австралии, это часть задней кромки крыла самолета. Ранее обломки лайнера находили в Танзании и на французском острове Реюньон. Несмотря на то, что эксперты установили принадлежность к пропавшему самолету, уже несколько обломков, найденных на побережье Индийского океана, определить предполагаемое место крушения пока не удалось. Напомню, Boeing 777, на борту которого находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа, пропал с радаров в ночь на 8 марта 2014 года. Он следовал из Куала-Лумпура в Пекин.